Ты в состав сразу влился или были какие-то проблемы с коммуникацией и так далее? Не, состав очень хороший, влился очень быстро. Все добрые. Сквозь туман и заблуждений, сквозь уроки поражений, мы пробились, став сильнее без сомнения. Чего ждать от вас в финал? Готовы ли вы там зарубаться? Шли пути, не разбирая, но теперь мы точно знаем, мы живем, чтоб побеждать, а не сдаваться. И настанет час, я сражусь за нас, и в любом бою я к тебе прыгну. Чего именно стоит опасаться, это начальных перестрелок, потому что чаще всего у вас не бывает лута, и вы просто потеряете своих игроков. Для сыгранности состава нам удается показывать очень хороший результат, стабильность каждого игрока команды. У нас нет игрока, который бы как-нибудь выделялся на фоне других. Это, скорее всего, самый важный фактор, который позволяет нам находиться на вершине турнирной таблицы. Дорогие друзья, это было прекрасное, длинное приключение, которое мы прошли вместе с вами. И самое главное, что Free Fire объединяет, и что мы все вместе можем делать киберспорт в СНГ-регионе лучше. Я не...